Последние штрихи благоустройства территории новой школы в Немчиновке подходят к концу. Могло бы завершиться и раньше, но погода внесла свои коррективы. Зато внутри уже почти все готово. Нет, у нас зал декоративный. Это очень... все начало. Да, да. Что-то вы будете разлиновывать? Конечно, конечно. Здесь полностью будет разлиновано. И большой спортзал, который у нас на втором этаже, и, соответственно, зал. Строительную готовность важного социального объекта оценили глава округа, депутаты и местные жители. Дочь Ирины сама выбрала эту школу. Мама решила своими глазами увидеть, в каких условиях придется учиться девочке. Столовая вообще впечатлила, я бы даже сказала. Я не думала, что такая большая она будет. Разноцветные стулья. Прям здорово сделано, что все для детей, а не просто какое-то такое из советского нашего прошлого, когда все серое. Интерактивные доски в классах. Даже не ожидала, честно, что такое увижу. Новая школа рассчитана на 550 учеников. Для жителей Немчиновки ее открытие – событие долгожданное. Раньше детей приходилось возить на уроки в соседние населенные пункты и даже в Москву. Теперь получать знания они будут рядом с домом. Для этой территории, конечно, школа закроет потребность. 550 мест достаточно для того, чтобы закрыть необходимость. В ходе инспекции у жителей возникли вопросы к строителям. Впрочем, контакт у подрядчика с местными активистами хороший. Поэтому все проблемы решаемы, подчеркнул глава округа. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».